Всем привет и добро пожаловать в мою студию. Я начинающий художник и учусь рисовать всем, чем только можно. И вот сегодня для своего вдохновения я решила нарисовать картинку из календаря, который специально купила, чтобы у меня был вдохновение на каждый день. И у нас на календарике 12 января. И вот такой замечательный пейзаж горный из Словакии. Это гора Малая Фатра. Я так понимаю, что это восход, ранний зимний. Надеюсь, вам хорошо видно. Рисовать я его буду акварелью. Thank you.
Thank you.